Здравствуйте, с вами интернет-канал Максим Мадзе. И как я и обещал уже давно, я начинаю новое прохождение GTA 5. Я один раз уже снимал, но теперь это будет не обычное прохождение, а прохождение зимнее, так сказать. То есть мы будем это обычная GTA 5, просто в ней снег. Лежит снег, зима, все такое, снег падает. В общем, все как в зимней атмосфере. Насколько я знаю, на данный момент никто, по крайней мере, в России не снимал такое прохождение, так что, наверное, я буду первым. Ну, если и нет, то и, впрочем, ладно. В общем, назвал я это прохождение GTA 5 Winter Edition, то есть зимнее, так сказать. Это никакая, как вот вы видите в названии видео, это никакая не отдельная версия GTA 5, которую я якобы скачал, это я просто сам логотип нарисовал сейчас, такой трейлер сделал. Потом покажу, как включить такой снег в игре. Это не так сложно. Как-нибудь сделаю также отдельное видео, как моды устанавливаются. Это просто мод на снег. Ладно, давайте начнем новую игру. Раз, два, три. Погнали! Это прохождение будет лучше. Лучше, чем первое. Да, я здесь постараюсь все как можно лучше озвучить и все такое. Не так, как в первом прохождении было. Все такое. Потом еще будет кое-что. Давай, сюда. Так, слушайтесь меня, и никто не пострадает. Открывайте, иначе они пожалеют, что выжили, блин. Давайте, быстро открывай дверь, я сказал. Руки за спину. Ладно, ладно, мистер, мы выполним все ваши требования. Даже об этом не думай, блин. Я сама, господи. Быстро, быстро идите, давайте сюда. Быстро, быстро, давайте. Быстро, быстро, за дверь, блин. За дверь, я сказал, за дверь, быстро, блин. Отлично. Так, все готово, взрывай. Вот это было эпично. Так, ладно, действуем. Ага, вот ты денежки сейчас потекут. Спокойно, Ти, спокойно. Ха-ха-ха-ха-ха, этого хватит на всех. Ну, тут еще как смотреть на самом деле. Так, чё стоим-то? Пошли. Сдавайся! Он у меня в руках. Я твое лицо видел, я тебя точно запомню. Ты каждый день забываешь тысячу мелочей. Пусть это будет одна из них. У него взгляд безумца. Не надо тут никаких психов, не горячись. Ну зачем ты это сделал, а? Да погнали, скорбить потом будем. Да, точно. Не так уж и много денег, на самом деле. Я ставлю заряды, а не с чистовым механизмом, так что готовьтесь. О, слышите? Сирены. А, в жопу этих легавых. Ти, нажимай на кнопку. Это что, гражданская оборона? Да, и в планы это не входило. Так всегда бывает, пошли уже, наконец. Уйди с дороги, а то точно пожалеешь нафиг. Копы, сразу 5 звезд наложились. Тапак, давай осторожно, блин. Не останавливайтесь. Да где они прячутся-то? Быстрее, надо прорваться.
где еще один? Так, это наш шанс, уходим. Так, быстро, быстро, давайте. Куда погнал? А ну стой. Быстро, быстро, давайте. Чего вы так долго-то? Ай, заткнись и давай погнали уже быстрее. О, говнище-то я видал, а? Я прижал эту козлину мордой к сраному стеклу. Видели, да? Да, ты просто мачо. Да-да-да-да-да, хватит болтать уже, наконец. Ох, как это случилось, а? Давай-давай, быстрее. О, это, кажется, они... О, блин. Он ласты склеил себе уже. Ой, да ты сам-то не лучше, знаешь ли. У меня, кстати, 60 FPS включено. Только что-то я сомневаюсь, что бандикам с моим не самым мощным компьютером сможет записать их так, как следует. Так, надо успеть мимо поезда проехать. Не дергайся, они еще не доехали, да. О, дорогу, блин, перекрыли. Ладно, надо поезд обогнать быстрее. Щит, 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 щит. Есть! А, нет. А, вы в порядке? Да, похоже на то. Тачку лучше бросить, надо к вертолету бежать. Нет, давай действуй по плану. Чё? Делай как задумано. Давай уже, быстрее. Где этот вертолет, блин, а? Вот говно, а? Я посмотрю сзади. О, о, это федералы, бежим отсюда. Нас точно сдал кто-то. Так, Брэд выкарабкается. Нам пора валить отсюда. А, меня зацепили. Господи. Ти, сваливайте. Нет, я в майке, я тебя не брошу. Уходи, мне все равно уже конец. Стеку кровью нафиг. Давай, беги уже быстрее. Нет. Вы все сдохнете, твари. Я здесь, ну давайте, кончайте меня. Ну где вы, блин? Эй, ты! Стой! Не стреляй! Не стреляй! Где вертолет? Я о чем он говорит? А ну, отойдите назад. Один шаг и ей конец. Помогите, помогите! А ну, вперед, да быстро! Майкл не всегда был хорошим мужем. Он не всегда был порядочным гражданином. Он умер не героем, но все-таки человеком. Наш Господь был распят вместе с двумя ворами. Так может, нам не стоит судить? Майкл, мы рождаемся грешными и грешными умираем. И в этом Майкл был таким же, как любой из нас. Отец наш, пути твои неисповедимы.
Но мы точно знаем, что ты будешь милосерден к нашему другу. Ваш сын Джеймс, он хороший мальчик? Хороший мальчик, да? Почему? Он что, бедным помогает? Нет. Он целыми днями сидит на жопе, курит дурь и играет в тупую игру. Если у нас такие люди считаются хорошими, неудивительно, что страна в полной заднице. А вы? А что я? Эй. У меня не было такой роскошной жизни, как у него в его возрасте. Я уже два раза отсидел. Я грабил банки, был сутенером, возил дурь. И вы считаете это своими достижениями? Но, по крайней мере, я своих возможностей не просрал. И куда же они вас привели, Майкл? Они привели меня прямо сюда. Хреново болото, блин. У меня большой дом и сын бездельник. И вынужден разговаривать с вами, потому что всем остальным на меня насрать. Да, у меня мечта просто сбылась и обернулась говно. Сраным говном. Давайте, выговоритесь. В общем, уже... О, похоже, наше время закончилось. На следующей неделе в это же время, да? Ну... Честно сказать, я не уверен, что эта хрень помогает мне. Чувство покорения всепоглощающей беспомощности – важная часть процесса. Смиритесь с этим. Как скажете, доктор. Да, снег не идет, надо включить это дело. Как вы видите, зима на дворе. Но, тем не менее, люди все равно в пляжных костюмах бегают. Ну, блин, ну тут, ну вот это уже довольно посложнее. Это я уже сделать не смогу. Никаким способом, чтобы у людей костюмы... Ну и никакого льда нету, моря. Кстати, этот снег сами рок-старовцы сделали, никакие другие люди. Потом чуть-чуть расскажу, как он появился и так далее, снег этот. Может, конечно, люди и закаляются тут, но... Это ненормально. Да, я понимаю, каково тебе. Эта хрень должна быть где-то здесь. Разве они закопали в песке? Еще одна гениальная замутка Ламара Дэвиса, блин. Да пошел ты нахрен. Эй, кореш, не подскажешь, где находится бунгало Бертольд? Не, я не знаю. А, давай уже быстрее двигай. Не, я вообще-то знаю. Он тот дом с желтой лестницей. Thank you. Спасибо, кореш, благодарен. Давай, пошевеливайся уже, чего стоишь-то? Может, ты спросишь, не знаком ли он со сраным Бертольдом, или еще... Может, ты наймешь самолет, чтобы он написал, двое нигеров решили прибрать к рукам пару тачек. Так мы не прибираем их вообще, да. Это законный бизнес. Законный? А, да, я забыл. Пенсионные отчисления, налоги и так далее. Да. Вообще-то это тебя приперло заниматься этой фигней. Я зарабатываю деньги на районе, я нормальный пацан, значит. Да, все круто. Че? Торговать дурью, тусоваться с гангстерами? Это круто, да? Поехали уже. Вот то самое место. Твой кореш Симон не врал. Давай, тащи задницу свою быстрее. Вечно ты командовать пытаешься мной, блин. Давай, двигай. А, у этого нигера хрен как у ребенка, походу. Да, машины взяты в кредит. Да, внезапно ты у себя обнаружил мужское достоинство. Вау, да у этой тачки крыша автоматическая. Вообще фарш просто полный. Да, потому что надо взносы вовремя платить. Чтобы иметь такую тачку, надо вкалывать, а она снова у нас. Я хочу обкатать ее. Звякни меня на мобильник. Вот оно что. Ну ладно.
Давай за мной, специально для тормозов поеду помедленнее. Для тормозов, да? Ой-ой-ой, осторожно, блин. Запомни, с этими тачками надо поосторожнее. Если Симона снова нас оставит без бабок, я могу срубить бабла, если на эвакуаторе поработаю. Работа не гламурная, но деньги можно заработать. Чтобы они с Тони могли спокойно забивать косячки. Да-да, конечно. Я бы так не стал бы делать. Видите, даже на машинах снег остается. Мне будет жаль расставаться с такой тачкой. Ничего, ничего, я постараюсь аккуратнее с ней быть. Чуваков дурил всяких. В этой стране, походу, очень много. Даже деревья, вон, в снегу некоторые. Ну, большая часть. Вон, и иней вроде даже виднеется. Хотя, какой иней? Покажем этим киношникам, на что мы способны. Мы что, прям через эту студию поедем, да? Осторожней! Нифига. Давай сюда, в переулок. Господи, закрыл всю дорогу, блин. Я стараюсь, да, да, я стараюсь, блин. Хватит болтать уже, блин. Жми налево, давай. Это типа твой конек, да? Да-да, прыгать вот здесь. А, ай, только не на, не вот тачку. Прыжки, это офигенно. Давай дорогу уступи. А чё, жопа не пролазит? Тебе худеть, значит, надо. Может и надо, но мне кажется, все у меня нормально, с телосложением, блин. Не забывай, это тачка Итариана. Да, да, ты думаешь, у меня память плохая, да? Тогда ты не знаешь, что такое Франклин Клинтон. Да ё-моё, еще одни. Да, можно фары включать вот такими штуками. Да блин, федеральное хранилище. Че ты пялишься, как черепаха? Ну съезжай на обочину и пропусти людей. Да, да, сейчас пропущу через твою жопу кое-кого. Да, у тебя дебильные шуточки вообще. Ой. Копы. Не ссади, у нас документы все. Мне пофиг, объяснять ты будешь. Увидимся в салоне. Ну хрен я им что объяснять теперь буду. Блин. Интересно, а где же салон? Куда мне ехать-то? Где маршрут? Если полицейский видит радар, я в курсе, да, насчет радаров и всего остального. Блин, в какую сторону ехать? Я понятия не имею, где салон находится. Так, я поставлю точку, я знаю, где салон. А, на карте не помечено. Осторожнее. Ой, а чё так под... А чё подтормаживать-то, алё? Да, здесь можно получать задание временно. Бро, я тебя не понимаю. Ты расист, и ты мне не нравишься. Я тебе эту тачку не продам. Нет. У меня от тебя вообще мурашки по коже, знаешь. Вы все одного теста, уроды. Сейчас. Ой, этот расист меня оскорбил. Эй, Дарила, что за дела? Ты кого называешь нигром? Эй, я никого не называл нигром. Чё за хрень? Я, в смысле, словом на букву Н. Это не круто, я так не говорю. Зашибись, в общем, лучше тебе не распускать язык, потому что этот человек бизнесмен международного уровня. Я бы и сам лучше не сказал. Ладно. Может, он и не расист, но он недостаточно крут для этой тачки. Так что, секунду. Вот этот парень, он... дай ему гибрид. Это тачка настоящего мужчины. Я думаю, что ты прав, Ламар. За нее еще и налоговые льготы полагаются. У парня, я так понимаю, проблемы с деньгами. Да нет, у меня нет никаких проблем с деньгами. Смотри-ка.
Давай-ка мы разведем его, все денежки. Эй, слушай, нам пора уже. Симон, я сваливаю. Я тебе еще наберу. Сейчас начинается все самое интересное. Да, Джимми, ты точно стал мужчиной? Ну тогда садись за руль и докажи это. Да, тачка в плохом состоянии у меня. Давай, погнали отсюда, садись. У каждого персонажа есть свой уникальный транспорт. Да, я знаю. Пока мы только один и увидели. Отдали камеру немного. Можно от первого лица, кстати, водить, но это не так удобно. Да, и это просто гроши. Да, блин. Трудно проезжать. Если интересно, сами читайте диалоги. Я не буду все время озвучивать. Надо на дорогу смотреть. Блин, офигеть, можно перца играть. Это единственная GTA, где может так делать. Осторожнее, блин. Да, дома так хорошо просто. Ты к чему, может тебе берлогу зайти? Не, отвали. Увидимся на работе. Но, ныгр, так нельзя ненавидеть тех, кто красивее тебя. Может, ты обкраснеешь, и тебе будут прыгать телки всякие. Может, они ж тебе позвонят. Пока с врачом перестанет, нига. Чё ты там сказал? Ай, ну да. Как сделал ты? О, зайка. Кто бы говорил? Ой, он здесь. Мы ходим друг друга по головам, это неправильно. А ну, кыш отсюда, нафиг. Ну ладно, малыш, увидимся. Там, как понимаешь. Маджик, я на телефоне, не подслушивай. Бездельник, ты проклятый, блин. Хватит мне эти показывать уже. Да. Живешь-то ты не богат совсем. Да-да, хватит меня обучать, я все это знаю. Ну, может, тут не знает, но можно было бы пропустить хотя бы. Так, в общем-то говоря, пошла уже свободная игра. Да, отстань ты от меня. Короче говоря, давайте-ка включим... Оп, алло? Франклин? Чё, как? Рынок полумертвый, приятель. Ликвидность на нуле. Давай, жми сюда за новым списком. Ладно, заеду, когда смогу. Канал «Чего хочу, то и врачу» — это канал двух моих друзей. Пацаны снимают различные видео про свою жизнь. Что тут у нас вообще есть? Два дурака, кусок курицы. На что готов мужик? Учим видео кидать спиннинг. В общем, новосибирский аквапарк. В общем, пацаны снимают о том, как они живут, и видео у них довольно интересные. Подписывайтесь обязательно. Ссылочка в описании. Короче, сейчас я вам покажу, как этот снег включается. Что это вообще за снег такой? В общем, я установил мод, называется меню PC Trainer. Активируется он на F8 кнопку. И выбираем пункт Weather. Надо включить Snow Train. Именно тогда будет тогда снег лежать, все такое. Если его выключить, то будет обычная GTA опять без снега. Здесь можно также менять погоду. Можно сделать так, чтобы вот так вот красиво снег летел. Что это вообще за снег, как он появился? Он появился в GTA Online в декабре 2013, если не ошибаюсь, года даже. В конце декабря. И каждый год игра GTA Online делает вот такие вот праздничные обновления. Снег лежит и все остальное. Это все очень круто, конечно. Это реально офигенно. Но этот снег, к сожалению, появляется только в GTA Online. В сюжетном режиме не появляется. Но благодаря вот этому моду его можно включить и здесь. Что ж, давайте... Есть одна
Есть один недостаток у этого снежного режима, точнее, не то чтобы снежный режим, а вот эта вот погода, когда снег вот так идет. Как ночью, когда 20, с 21 по 23 часа, как-то нереалистично выглядит. Почему снег и здание светится? Вроде бы ночь, но все светится. 22 часа еще хуже. 21 еще более-менее, но все равно нереалистично. Блин, даже на мешках снег есть. Вообще реалистично. Rockstar хорошо сделали снег. В общем, у нас есть мобила. Достается она кнопочкой стрелка вверх. Рингтон у нас. Так, можно тему поставить. Давайте синенький поставим, как зимний. Обои у нас какие? Diamonds. Blue Angels. Blue Angels. Вроде бы под зиму идеально прям подходит. Что у нас там с почтой? Таниша. Бывшая девушка Франклина уже, судя по всему. Франклин, я не знаю, зачем я это пишу, но я не хочу возвращаться к тебе. Не хочу ни сейчас, ни потом, и никогда. Ты это ты. И в этом все дело. Я ждала, но ничего не менялось. И наконец-то я счастлива. Столько испытала после смерти братьев. Точно не знаю. Твоя жизнь не для меня. И всегда понимала, что я слишком слаба для такого жизнь. Мне не нужно денег. Я пишу, чтобы попрощаться. Знаешь, ты будешь мне другом, но не более того. Не говори так. Сейчас делай, что хочешь, но дождись меня. Нам суждено быть вместе. С любовью. Да, есть почта, есть смс. Есть также, можно также делать звонки. Кто у нас есть из контактов? Деннис, это тетя Франклина. Франклин, это за которого мы играем. Один из протагонистов GTA 5, их всего 3. Разблокирован, кстати говоря, пока у нас всего один, всего их 3. Четвертый, вот этот вот, это персонаж из GTA Online. Так, секунду, зачем я зашел? Нам надо в телефон зайти. Кто у нас с корабля? Из контактов. Дирижабли можно вызвать. Тете позвонить можно. Можно такси вызвать для быстрого перемещения, но бабки нужны. Хао, какой-то Ламар, наш кореш. Симон и Тарян и Таниш. Ладно. Короче говоря. Вот такое вот у нас убежище здесь. Я, наверное, много вообще болтаю. Такая вот ванна здесь. Можно телек посмотреть. Да. Не очень-то ты уважительно относишься ко мне, тетя. Домик так себе, конечно. Не богато, конечно, но более-менее уютно. Ну, у Франклина в комнате вообще самый бардак и все остальное. Чего мы тут сидим и болтаем? Едем на следующее задание. Да что такое? Нет, ты ошибаешься, нам не суждено быть вместе. Пойми. Все за все приходится платить. За твои решения ты. За свои решения ты заплатил, потеряв меня, и это уже никак не исправить. Да. Я понимаю. Но я буду тебя всегда поддерживать. Так, можно GPS поставить, чтобы было удобно. Буква какая-либо на карте, это задание. Я это рассказываю, но вдруг просто кто-то не знает. Может, тут реально в GTA никогда не играл и все остальное. Так, и автосалон Симона. Это место, где Франклин работает и зарабатывает. Довольно слабенькие пока, конечно, денежки, но тем не менее. Эй, Симон, как жизнь? Здравствуй, дорогой, я очень рад тебя видеть. Очень рад. Ну-ка, давай обнимемся. Эй, слушай, чувак. Мы ведь работаем вместе уже несколько месяцев вместе. Да, и поэтому я с радостью объявляю тебя работником месяца. Что? Круто, я поздравляю тебя. Выбирать было очень непросто.
Да уж. Я Ламар твой двинутый, ты племянник Саш. Слушай, чувак, я позже найду все такое, мне расти надо. Я только и делаю, что позволяю себе не меняться. Слушай, мальчик, скажи, чего тебе хочется? Я доступно объясню, почему это невозможно. Чего? Слушай, сегодня мы отбираем тачки у придурков, которые купили их за облачными процентами. А завтра? У нас будущее. Большое будущее, которого у нас никогда не было. Но я не отказался бы от такого сына, как ты. Тук-тук, нигеры. О, привет, Ламар. Симон. Как дела, приятель? Наш Франклин стал работником месяца, смотри. What the fuck, ты чё, прикалываешься, что ли? Нас у тобой их разводят. Да брось, приятель, серьезно. После того, как я жопу на работе рвал. Да забей. Это всего лишь картинка. Фигню ты говоришь. Как такое получить? Я тоже хочу это. И пофигу, о чем речь идет. Поняли, да? Я всегда иду до конца. Иду на все без тормозов. Сесть табличка результатов, я хочу быть на ней сверху, чтобы рядом с моим именем стояло слово победить. Да, может повезет в следующий раз. Да в жопу в следующий раз. Дай мне шанс уже наконец. Сегодня уже пусто. Придурок мне ни разу не платил, его зовут Эстебан Хайкс. Пляж веспучий. Стоит какой-то там банди, он брал байк. Мне в голову не пришло об этом спрашивать. У нас есть дельце, работник месяца, да? Пошли уже. И нафиг, давай пошли работать. Ты просто подхалим. Мне пофигу вообще, просто картинка дурацкая и все. Да-да-да, почему? Не показывают субтитры. Мудила какой-то забрал байк из Вагаса. Латинос с татухой. Лишних приятностей не надо. Вот у меня чит-мод установлен, но чисто, чтобы снег включить. Без него-то никак без снега нельзя. Без него-то никак нельзя снег включить. Скорее всего. Читерить я не буду, это просто я снег включил. Возможно, я буду иногда переключать время. Потому что мне не нравится, как с 21 до 23 часов вечера выглядит ночь. Но надеюсь, я буду это делать редко. А так мы играем честно. Байк должен быть где-то здесь. Должен быть. Это тема всей твоей жизни, походу. Так, нас тут по-прежнему обучают. Постараюсь все сделать изящно. Эй! Кажется, этому психу что-то нужно. Эй, кореш, ты чё? Прочь от меня, агент из АФО! Думал, нам нужна твоя жопа? Да ты просто пьян. Давай, двигай. Мне это что-то не нравится. Надо, чтобы все гладко прошло. Все, что у нас гладко, это твой лоб. Да ладно, и что ж я такого натворил в прошлой жизни? Это обычное дело, расслабься. Эти фагасы, как обычные чуваки. Не то и спучи. Так, стой. Наверное, мотоцикл в одном из них. Так, давай этот проверим. Да, никакого байка здесь нет. Натуре. Эй, амигос! Мы видели, как вы пытались залезть сюда. Вот этот ствол, видите? Ой-ой, валим отсюда. Да, еще пальбы тут не хватало. Ой, господи. Ой, господи. Ой-ой-ой.
Я думал, это Ламар стоит, а не, нифига. Да, оружие это слабоватое, конечно. Так, выход только один, это обратно через забор лес. Он там, они еще из дверей выходят. О, у вас. Ой, из него что, бензин что ли разлился? Да, мы пришли только за байком. А где он, интересно, кстати? А, вон он. Надо догнать этого чувака. Отлично. Отлично, и гоняться за ним не придется. Я в первом прохождении гонялся за ним очень долго. Сейчас этого делать не придется. На автомойку. Мотоцикл мыть, что ли? А, нет. Там просто встретимся, походу, да? Кстати говоря, вот этот... Вот первая миссия, помните, где... Банк грабили там. Трое чуваков. Потом расскажу, кто. Это событие за 9 лет до событий вот оригинальные. Вот то, что сейчас происходит. Это было это в 2004 году. Год, когда я родился, кстати. И сейчас вот, который мы играем, это 2013 год, когда вышла GTA 5, собственно. Все поменялось уже с того времени. Сюжет очень интересный тут. Кстати, вы видели новогоднее оформление, что у меня вот 1 декабря новогоднее оформление опять началось. Третий раз уже. Заставка там новогодняя, а утро тоже будет титры новогодние. В прошлом году у меня еще стена синего цвета была, я в этом году решил так не делать. Но если сильно попросите, могу, конечно, сделать. Но так, наверное, не буду. А, просто встретимся. Да, я пока с тобой тусоваться не могу. Ты ж психопат. Да у тебя совсем крыша, блин, съехала. Нигер. По мне кровь, папа, чей говорит. Тебе повезло, что не содрал кожу. Слушай, вождь, большая жопа ты, блин. Мы не можем конфисковать имущество жмурика. Но мы не будем это делать. Я его просто оставлю себе. Скажи Симону, что мы его не смогли забрать. Да, ты, кретин долбанный, сам скажи. Да. Решил этот байк себе забрать, да? А чё, почему бы и нет? Только работу, правда, потерять этим можно. Так, давайте домой вернемся, на этом стоит закончить серию. А у меня денег сколько? Нифига, у меня не так уж... Денег что-то у меня не так-то мало, я смотрю. Только вот откуда они взялись? От так много денег. Полмиллиона долларов откуда? Не понял. Это так и должно быть? Не помню просто. Убежище давай. Так. Кое-что, вот это прохождение, вот это вот зимнее прохождение, которое второе, оно будет отличаться еще кое-чем. Вот помните, некоторые ограбления, всякие крупные ограбления, есть два варианта. У некоторых из них два варианта, как ограбить. Так вот, в этом прохождении мы будем выбирать другие варианты. Другие, не так, как в первом прохождении.
Вот в первом прохождении я выбирал тот вариант, который мне больше понравится. Один из двух. В этом прохождении мы будем выбирать другие варианты. Для разнообразия, чтобы... Так, давайте прочитаем, что нам там прислали. Дружбан, Стретч выходит на свободу. Стретч отсидел в своем, мы тебе звякнем. Да-да-да, конечно. Стретч, мадапака этот, блин. Я тебя как друг, но не больше. Если тебе этого мало, значит мы не можем быть, друзья. Я выхожу замуж за хорошего реального парня. Надеюсь, ты за меня рад. Надеюсь, ты знаешь, что мне нужно именно это. Да, я понял. Ответить на это уже нельзя. Так, больше нет сообщений, да? Ладно, в общем, на этом мы серию первую закончим. Возможно, сегодня выйдет и вторая. Я постараюсь почаще выпускать видео по этой игре. Я, конечно, другие игры в декабре тоже буду затрагивать, но это будет почаще. Ладно, на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.